Особого внимания требует вопрос формирования рынка труда. Количество предлагаемых работодателям вакансий сегодня увеличилось до 46 тысяч. Каждая третья вакансия – это потребность квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена в производстве, сельском хозяйстве и строительстве. Министерство труда, занятости и социальной защиты совместно с Министерством образования и науки нужно учитывать это при формировании контрольных цифр приема студентов в организации профессионального образования. В условиях изменений в пенсионном законодательстве серьезная работа предстоит в части решения вопроса занятости людей предпенсионного возраста, их переподготовки и оздоровления. Федеральным законодательством ужесточается ответственность работодателей за сохранение рабочих мест для данной категории граждан и сохраняются федеральные льготы. Аналогичные льготы будут приняты и в республике. Сегодня Государственный совет будет рассматривать данный вопрос.